Мне сегодня поступили жалобы от местных жителей, просят меня посмотреть обстановку в городе. Жалуются, что за Симом вообще невозможно проехать. Ну, сказали, хотя бы проедь не за Симом, а проедь по центру города. Посмотри мусорки, посмотри дороги, посмотри снег на крышах. Поехали, посмотрим. Thank you.
Сегодня проехал, посмотрел обстановку в городе Сим. И у меня такое впечатление, что у нас дороги не чистили с осени. Ну, асфальт вот есть это, по главному маршруту. Он благодаря тому, что солнце припекает и все растаяло. Во дворы заехать невозможно. Люди скачут, он через лужи прыгают, падают он. Возле магазинов сами он очищают, долбит. Нету ни техники, ни тракторов. Снимал он сколько? Полмесяца назад. На крышах домов висят глыбы льда. Они как висели, так и висят. Как падают, так и падают. Мусорки. То же самое.